В Орел прибыл вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин. В областном центре с его участием проходит мероприятие федерального масштаба. Это выездное заседание Комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству, здравоохранению и медицинской промышленности. Напомним о взаимном сотрудничестве Торгово-промышленной палаты РФ с Орловской ТПП в части реализации проектов на территории региона шла речь в конце декабря 2016 года на встрече Дмитрия Курочкина с губернатором региона Вадимом Потомским. Очень приятно, что мы от планов переходим уже к конкретным действиям, и я думаю, что будут менее конкретные результаты. Среди тем обсуждения – перспективы нового направления подготовки. Промышленная фармация, модернизация фармацевтического образования в современных условиях развития отрасли. О важности тем встречи говорил первый заместитель губернатора и председателя правительства Александр Бударин. Мы рассматриваем вопросы, связанные с медициной. Как в узком смысле слова – то, о чем я сказал, что составляет предмет повестки дня подготовки кадров, так и, я уверен, в более широком смысле. И особенно отрадно, что в этом зале у нас недавно проходило выездное заседание Комитета по здравоохранению Государственной Думы, примерно на ту же тему. То, что высокие стороны и организации посещают нас и обсуждают в стенах орловских учреждений вопросы медицины, не случайно. Дело в том, что у нас делается многое для того, чтобы медицина развивалась максимально интенсивно.